Приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем Hitman 3. И сегодня мы проходим в погоне за призраком. Кстати, хочу сказать, что не надо повторять так, как прохожу я. Проходите своими путями, своими способами. Не надо, чтобы посмотрели, как кто-то прошел, и по шаблону проходить. Добрый вечер, 47-й. Ополченцы опубликовали запись с заложниками, и теперь мир знает о существовании Providence. Они допустили фатальную ошибку. Наши аналитики уже ищут источник сигнала. Тем временем мы вышли на след правой руки Лукаса Грея. Как оказалось, фальсификаторы картеля Дельгадо подделывали документы, в том числе для человека по имени Вазир Кале. Это опасный пират из Южно-Китайского моря, больше известен как Вихрь. После экономического кризиса Вихрь и его банда головорезов стали настоящими бедствием для морских перевозчиков. Но его серия терактов прервалась в 14-м году после неудачной попытки захвата. Бойцы китайского спецназа взяли корабль штурмом, потеряв десяток солдат и уничтожив почти всю банду Вихря, но Кали сумел скрыться. Мы не знаем, как именно Вихрь связан с Греем, но полагаем, что именно он совершил дерзкое убийство главы Providence в Шанхае. Ему помогали двое бывших подельников. Ванья Шах, одна из воротил преступного мира Мумбаи, и экс-казначей пиратской банды Дэвид Рейнджер, ставший, ну, неважно кем, вместе образуют восточную ячейку Лукаса. Клиент хочет, чтобы мы покончили с этой ударной группировкой как можно скорее. А клиент, к сожалению, неуловимый Вихрь растворился в преступном мире Мумбаи, где когда-то начинал свою криминальную деятельность. Никто не знает, где он и даже как он выглядит. Итак, королева бандитов, шарлатан из шоу-бизнеса и безбашенный призрак. Готовься, не буду мешать. Кстати, хочу заметить, вот я недавно вспоминал вот эту миссию, только я не знал, что это Hitman. Думал, что это за игра, и если Hitman, какая это часть. И вот видите, в погоне за призраком, как, что у меня? Ну все, стандартный набор. Вот, недавно только вспоминал эти трущобы. Я помню, что вот трущобы, а вот что за игра? Вот Hitman все-таки, да. Не какой-нибудь там, что там у нас еще, Denzel Siege? Или что там? Ладно, потом. Так, найдите Вихря. Так, цель. Понятно, действие отмечено восклицательным знаком. Незнакомые смертельные выстрелы. Ну, хрен с вами. Добро пожаловать в Мумбаи, 47-й. Один из самых густонаселенных городов мира. Здесь живут более 12 миллионов людей. Если хочешь скрыться от всего мира, этот огромный город как раз то, что надо. Этот город — лабиринт, трущоб которого кишат множеством тайных путей и сюрпризов на каждом шагу. Неуловимый Вихрь знает здесь все, как пять пальцев. Найди его — весьма непростая задача. Начать поиски стоит с трущоб, где недавно воскресла из пепла его старая банда вороны. Или вороны, как правило. Давуда Рейнджера будет легко найти в его, ну, короче, загородной фазенде, так скажем. Между тем, Ванья Шах уютно расположилась в бывшем вагонном депо. Вот это, кстати, я помню, да. Все три цели считают трущобы своим домом. Так что это вот действительно интересная будет миссия. Ладно, так, сохраняемся, чтобы не слушать в следующий раз. В погоне за призраком, ну, там мы знаем. Еще раз повторяю, не проходите так, как я. Проходите свои, потому что по шаблону посмотреть, как кто-то прошел. А потом сделать все то же самое. Зачем? Ведь есть куча, много вариаций. Идите своей дорогой, делайте так, как вы считаете нужно. Ну, видите, первый где-то далеко там находится. Вон вторая. Хрен знает, где третья. А, ну всего две. Так, посмотрим, что у нас здесь. Ну, это нам не понадобится. Нам надо инструменты. Давайте посмотрим, где можно их достать. Так, второй этаж. Там, кстати, да. Тоже есть где полазить. Туда нас не пропустят, но есть канализации. Спасибо им. Или вот
Канализация, да, сортир. Ну, это потом. Можно через сортир пройти, конечно. Ну, вот он. Здесь можно упасть. Но я хочу найти сначала инструменты. Где они валяются? Вот столько всякой ерунды. А, подождите, инструменты могут в домах быть. Они тут построены. Вот эти вот бараки. И причем большие бараки. Нет. Ладно, обойдем, раз уж мы... Это что? Нет. Так, это он нас может заметить, понятно. Уличная банда, известная в состоянии повышенной боеготовности. Они, похоже, ищут потенциальных убийц и будут с подозрительным относиться с тем, что... Понятно. Эти-то будут опознавать меня сразу. Так, вот здесь вот я знаю, где-то есть... Подожди. Где-то вот здесь вот я знаю, точно знаю, наверняка. Аккумулятор, я не знаю, куда аккумулятор, где-то в воду надо его ставить, что ли. Так. Зашли сюда, на второй этаж. Это, я как понимаю, сюда кто-то должен зайти, и мы его задушим. Правильно? Или перебраться нам надо? А, вот, смотрите, ломик нашел. Вот уже хорошо. Один из инструментов у нас уже есть. Так, ищем еще, нам надо минимум два. Это отвертка и гаечный ключ. Блин, ну карта-то реально большая. Так. Ладно. У нас карта есть. Подождите минутку. Вот, карта у нас есть. Видите, она вот у депо, это вот самое, это такое вот, как сказать, хитрожопое, там много не надо. Посюда можно пройти. Там переодеться кем-то уж, я уже забыл. Вот что переодеться. Здесь везде можно переодеться, ладно. Идем вот в это вот здание. Тут, я даже не знаю, что такое. Область не открыта. Так, задача, цель. Ладно, с задачей мы потом разберемся. Вот, смотрим, что это такое. Эй, ты знаешь Григория Артура, да? Это известный американский актер. Ты его... Так, скажи ему прийти ко мне, если встретишь. У него назначена встреча с мистером... Ну так, таким-то, таким-то. Вольная птица, пропавший актер и подготовка так к фотосессии. Знаменитость с Бродвея. Опаздывает на фотосессию в недостроенной жилой башне. Погоди, он полчаса назад опубликовал селфи в социальной сети. Район уличной еды, Бумбаи. Вероятно, он все еще там. Ладно. Пусть пока там побудет. Потому что, как я говорю, мы сначала давайте поищем с вами инструменты. Так, вот здесь вот куда-то вот туда можно пройти. Посмотрим, давайте. Навряд ли, конечно, мы далеко уйдем. Но может все-таки что-то. Так. Ну вот здесь тоже охранник. Вот, смотрите. Так, туда нам не пройти. По крайней мере, отвлекать сейчас. Все это дело, это без инструментов. А пакостить мы как будем тогда? Как мы будем пакостить, я вас спрашиваю. Так, давайте. Один из мумбайских. Так, мне сообщили, что некоторые жители тут подозрительно относятся к незнакомцам. И странное поведение. Да мы знаем. Так. Ну это внутренний двор. Хорошо, придется каждый этаж просматривать. Тут. Тут где-то все-то лазить. Можно. По квартирам, только по некоторым.
Вот видите, где-то что-то работает, отключил. Где-то кто-то вышел. Ну-ка, дверка. Ну, конечно. Что тут есть? Мы можем сделать вот так. А что тут есть-то? А, вас ищут, ладно. Давайте загрузим. Вот видите, как хорошо я сохранился. Из-за какого-то куска мяса. Там ничего и не было такого особого-то. Но тем не менее, надо же посмотреться. Утюг. Хоть вот это все и надо для отвлечения внимания, но мы можем использовать это и по-другому, ведь правда? Так, ладно. Идем дальше. Смотрим, что за этой дверью. Блин. Подождите. Блин, с такой успехом мне лучше по внешней стороне ходить. Давайте. Вот. Смотрите, мы инструмент нашли. Так. Ну и никого нету. Классно, правда? Так, ладушки. Вот так, тут ничего нету. Так, если мы здесь откроем, просто нас же ничего не сделает. Давай возьмем. Ну я пошел. Не скучай. Так. Нас пока никто не ищет. Нет. Зачем вы там нужны? Я не знаю, душить вот что ли. Так. Сохраняем. А кто заметил? Блин, сверху надо начинать. Сверху надо начинать. Блин, так она опять же смотрит. Как отвлечь, кинуть что-то. Они общаются вон, да? Так. Вау. Еще яд. Это прекрасно. Блин, ну я думал яд. Оказался утюг. Ничего страшного. Вот ломик еще один. Так я здесь только что и был. Так, ладно. Так. Смотрим, что здесь. Смотрим. Похоже, кто-то из жителей чего-то, комнату, какое-то подобие базы для тайных операций.
Так, просмотрите, так, фотография. Это что такое? Заплутавший в трущобах. Закончил съемки, так. Это что такое? Ну-ка. Пузырек с таблетками. Смертельный. Вау, вот это вот мне надо. Хопа. Ты не можешь, нет здесь? Ладно. Берем. Смотрим, где здесь что-то есть. Нет. Но с другой стороны, мы пока все взяли, инструмент есть. Остальное все метательное, кидательное. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, спускаемся. Остальное пока здесь даже искать не буду. Потому что это надо отвлекать. Не хочу, чтобы опять на часа два затянулось только какой-то ерундой. Для начала мы... напакостим вот здесь. Мало ли. На всякий случай. А случай бывает всякий. Так. Мне надо найти сейчас этого. Уродца этого. О, нашел. Что мы ищем? Find some place quick, Gregory. Куда ты? Давай. Interesting look, 47. Так. Well, Darwood Rangan is at the tower expecting Mr. Arthur. В канаву. Вот уже хорошо, сохранюсь. Давайте, сохранюсь. Посмотрим, что у нас здесь. А, кстати. Вот аккумулятор. Куда мне этот аккумулятор поставить? Как им воспользоваться-то? Взять. Или что-то можно включить, подключить им. Вау. Штука грозная. Как-то больше к культу относится. Успел. Ладно, идем. Найдите место проведения фотосессии. Так, а ты меня, да? Ты меня опознать можешь. Поэтому я должен как-то... Ну-ка, отойдите. А, блин. Кучка уродов. Хоп. Вот тебе.
А, повар, повар. Подождите. Можно же еще в повара переодеваться. Так, ты куда, наверх пошел? Ты где? Так. Так. И спрячем его. Все, вроде меня не заметили. Одежда повара на всякий случай у нас есть. А случай бывает всякий. Так, я сохраняюсь так побольше, так чтобы... Ага, вон оно у нас. Что там было? Чё? Урна, чтобы спрятать. Хорошо. Так, а как мне туда попасть? Усмирить. Да только не у всех же на виду. Блин. Как мне туда? Вот. Это взрывается, если попасть. С пистолета. Так, ладно. Может, мне к этому чуваку можно подойти, который искал меня? И он меня проведет или как? Вот этот. Так, мистер, давай поговорить. О, хорошо, вы здесь. Вас уже заждались в башне. Мистер Аджи хочет завершить так. Точно, пойдем. Все, теперь вот нас, может, и пропустят. Блин. Давай. Этим способом я, конечно, никогда еще не пользовался. Так, подожди. Найдите место проведения. Место-то я нашел. Теперь мне надо... А как мне это сделать? Блин. Что здесь? И там вот тоже он. Так. Давай. Что, подозрение? На. Whoa! I need a hand here. Someone. I need some help. Hey, I really need some help here. Are you in some kind of trouble? Hey, there's a body over there. Ah, ha, theek hai. I'll check it out.
Так, меня здесь нет. Подожди-ка. Ну, поваренок. Ну что ты будешь делать там? Так. Я даже не знаю, как к тебе обращаться. Блин, вас там двое теперь. На. У тебя там напарник помер. Давай. Напарник помер, пока ты его будешь делать. Блин. Как можно отвлечь еще? Перебить их нахрен всех, что ли? Так. Так. Досмотр запрещен. Так, ладно. Мне же главное туда только попасть. Ну все, все, я ушел. Так, если я ушел, у меня есть утюг. Подожди. Блин, блинский. Там, надеюсь, карточка-то осталась. Труп утащили, карточка осталась. Надо доламывать им шеи, потому что... Чтоб, на всякий случай, чтоб не опознали. А тут досмотр нужен обязательно, блин. А я не хочу прятать вещи, потом все доставать. Геморройно. Ой-ой-ой, уже два трупа. Почему ты их здесь складируешь? На. Так. Вот так. Что у нас здесь? Нет. Ну вот так вот. Ба-бам. А почему вы меня все... Блин. Как я должен пройти через гараж подземный? Блин, извините, я это, я нервничаю просто. Так. Здесь я могу пройти? Блин. Как я нервничаю. Хоп. Так. Так.
Давай, бери его. Брось. Подожди. Блин, как ты вот не вовремя вышел. Вот вы мне здесь вообще не нужны. Взял себе одну форму, но мне хватит. Пойдем, пойдем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если раньше была одна, как сказать, одна аппаратура. Сейчас, наверное, в каждом доме надо вот такую штуку выносить, чтобы тебя не записали. Да? У каждого своя. Так, а как мне туда? Ты же наверху где-то. Все такие беззаботные. Ага. Так, то ли вас тоже убрать на всякий случай. Нет. Вы мне пока не нужны. Блин, поманьячить что ли? А вот, смотрите, все такие. Вы-то как сюда попали? Смотрите, все. Так. Так, значит, можно приступать к съемкам. Отлично, отлично. Мне бы знать бы еще, что он там пьет, ест. Давайте посмотрим. Тут вон, видите, сколько много вариаций прям показано. А, вот, опустить камеру. Сдуть его можно. Да почему без дела шляю? Сейчас увидите. Так, идем, идем, вот он. Как дела? Все готовы к фотосессии? Я готов, давайте начнем. Так, ключ-карта от элитной квартиры. Ключ-карта открывает элитную квартиру. Отлично, ребята, давайте соберемся вместе для группового снимка. Так, подождите, где тут? Мисс Хасан, ага. Героя Мумбай, ага, готовы сняться. У меня большие планы на сиквел. Очень большие. Не сомневаюсь. Но нам сперва придется обсудить это с моим агентом. Ой, агент, я никогда их не любил. Предпочитаю действовать напрямую. Я надеюсь скоро получить роли в международных, ух ты, проектах, поэтому не факт, что будет проще. Ясно. Давайте сохраню на всякий случай, чтобы это... Вот это вот. Что помешает нам добиться цели, мисс Хасан? Отлично, можно сделать пару снимков только с мистером и мисс Хасан? Ну, конечно, можно. Так, стоит первым в титрах. Так. Я так и сказал. Снимайте. О, Грегори, останься. Хочу поболтать с тобой, как закончу. Так, народ, пиши со сцены.
Отлично. Похоже, Ранж хочет переговорить с глазу на глаз. Сделай ему одолжение. Так, сделай ему одолжение. А что я должен сделать? Вообще ничего не вижу. Или может так лучше? Женщина тащится от этой позы. Да если бы я знал, о чем речь. Так. Где-то кто-то булькает. Так, он что-то пьет. Ой, да ради бога. Подождите, давайте загрузим. Ну вот это, наверное, загрузим. Попробуем посмотреть это, сможем ли мы отравить этот бокал. У меня же есть смертельные таблетки. Так. Крысиный яд? Нет. Да вот. Найдено тело. Ну пойдем. I've made myself clear. That's it. I'm calling for help. Преступление замечено, блин. А если вот так, сейчас отвлекем их несчастным случаем или чем-то. И все, и попробуем бокальчик отравить. I mean, что ж будет? Нет, не так. Подождите, это все взаимосвязано. Сейчас посмотрим. Это может опустить камеру, а потом уже. Давайте камеру для начала опустим. Она встанет. А зачем она там должна встать-то? Блин. Так. Блин, нет, нифига не так. Не так, подождите. Ну, сфотографируюсь я, он потом что будет делать? Я как? Сделать ему там одолжение, милость, ага. Что он хочет-то? Конкретики. Так, ага, нельзя. Понятно. Ага, какая-то штука, не понял. Стой. Ага. Хорошо. А если вот так вот? Иди, сходи.
Блин, я даже не знаю, куда мне тебя деть потом. Вот для начала давай вот так вот. Сломаем шею. Так. Избавиться, я думаю, вот так надо избавляться от тела. Давайте, где у нас? Да, вот здесь и сохраним. Тихо, тихо, тихо. И ой. Ну давай. Что ты вот здесь встал-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Хоп. Давай. Куда тебя тащить-то? А вот сюда спрячем-то. Ну блин, со, с вами со всеми-то тоже. Тут еще выше можно. О, подождите. Минутку. А что тут делать-то? Блин. Кого там нашли? В канаве нашли, нет? Блин. Вот как вот эта штука должна упасть? Обрушиться. Так, ну ладно, охрану мы у него поубавили, что остается нам еще тут? Так, чистим досье. Блин. Давай, давай, давай. Эти штуки как? Стрелять надо по ним. Давайте попробуем. Так, выберем. Ой-ой-ой, батюшки, что же? Что же произошло? А тут ничего нету? Ну давай. Сообщите прибытие. Yeah.
Давай, давай, уходи, уходи. Да нет, вот этот. А теперь смотрим. Подожди, а он же нас заподозрить может. Если мы рядом с телом будем находиться. А так несчастный случай, мы тут ни при чем. Прошу вас, так, я готов. Последние сцены, будьте добры занять места, как мы договорились на репетиции. Спасибо. Давай. Так, так, глядите, кто соизволил явиться. Похоже, ночью тебе было весело. Должен сказать, я был в восторге от вашей игры в нелепых страшилках. По-моему, вы гениально сыграли в этом очень смешном комедийном ужастике. Ах, спасибо, между прочим, ее снял мой брат. Я обязательно скажу ему, что вам понравилось. Она собрала скромную кассу. Так, и так я понимаю, стала культовой. По-моему, это недооцененный шедевр. Одна только операторская работа чего стоит. Конечно, легкая профессиональность тоже. По-моему, там замечательные эффекты. Так, от освещения до визуальных эффектов. Ой, да ладно. Так, как дела? Все готовы к фотосессии? Так, я занимаю, да, место? Так. Нет. Фотосессия, потом я отхожу. Что ты делаешь-то там? Что ты вокруг меня там шаришь, охранничек? Давай, вон, только трупы таскают рядышком. Хотя это не мое дело. Ну, ничего. Вот ты, фотокамера, смотрите, у него отдельно от него. Гоп! Ему даже руками не надо держать. Да подожди ты. Подожди, нифига ты бежишь. Ай-яй-яй. Так. А куда вы бежите-то? Блин, не все не так, подождите. Все не так. Какая у меня там? И вроде отравил. Ну че вот этот охранничек-то, блин? Падла такой. Так, спускаемся. Ну чё вы стоите-то? Давай, уходи, уходи. Маленько переделаем. Нет. Так. А вот и я, мистер Артур, чудесно. Значит, мы можем приступить к съемкам. Отлично. Так, вот теперь сохранить только на соседнюю.
Все. Спасибо. Толкнуть что ли его? Давай, давай, давай. So, I just wanted to say, I absolutely loved you in Blundering Fright. I thought it was a brilliant. Давай, блин, ты шевели колготками там быстрее. Так, а вот это так как только делается-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. That is Darwood Rankin. Так, продюсер и так фильмов. His brutality is overshadowed only by his giant ego. How's everyone? Вон он идет. Ready for the photo shoot? I know I am, so let's do this. Great. Все, надо побыстрее только. Let's all get into position for the big photo, shall we? All right. You all look great. Давайте начнем, пока этот охранник там нас опять не заподозрил. Вы готовы сняться в продолжении героя Мумбаи? У меня большие планы на сиквел, очень большие. Так мы знаем твои планы. Ну, по глазам все видно. Дай за сиську подержаться и хочу секс без обязательств. Глаза твои бесстыжие, господи. Сивы одним миром мазаны. Так. Ну все. А, еще надо. Давай, давай. Arthur and Hassan. As if they're that important. I suggest так. Лучше сделать еще несколько портретов того, кто стоит первым в титрах. Меня. Как скажете, мистер Ранжан. А я так и сказал. Снимайте. О, Гэри, останься. Хочу поболтать с тобой, как закончу. Так, народ, кыш со сцены. Так. Ранжан хочет переговорить с глазу на глаз. Сделай ему одолжение. Сделай. Стоим вот здесь вот. Смотрим из-за угла. Хотя, подождите. Какое? Мы вот это, да? Иди пей свой кофе, пока черный. А я сейчас. Так. Блин, сам себя. Надо было отключить, подожди. Загрузить. Какая? А, вот она. Сам себя, блин, надо же сначала отключить ток-то. Точка на мини-карте, так. Так. Иди. Опа. Darwood Rankin is confirmed killed. No rest for the wicked, however. On to the next one. Спокойно. И ему тоже. Отключим. Оголим.
Все, мы уходим. Всем спасибо, всем до свидания. Увидимся. Тихо. Мы вот сюда. И вот сюда, ворота. А знаете что? Мы пойдем переодеваться в повара. Вот это, если не ошибаюсь, нет? Где повар-то у нас? Ой. Это не то. Ну ладно. Посмотрим. Сейчас-то нам легче, нам надо пробраться только. А, найдите вихря, подождите, найдите вихря. Где это? У меня карта, карта. Я где? Я вот здесь. А ну пока правильно иду. В одном из бедных районов. Знаю я примерно, где он находится. Так. Вот здесь вот, скорее всего, вот он. Только надо быть аккуратным. На. Так, вот мы уже поваренок. Так, надо его выманить. Давайте, выманиваем его. Иди. Вот так. Теперь меняем оружие на трубу. Подожди. Нет. Где утюг? Секач. Вот так. На. Куда пойдешь? Got a dead body here. Ну давай. Так, где-то кто-то нашел тело. Так. Блин, да как тебя тут? Все. Пусть лежат. Смотрим. Подожди. Так. Delving straight into the heart of darkness, 47. Good luck. Подожди. What's wrong with you? Nothing's wrong with me, okay?
I just want to make sure I don't mess up when the boss asks me to do something. Так. Relax. Yes, you grab the powder. Into the furnace, lots of smoke goes up. Whatever happens after that isn't your concern. A photograph and a note addressed to Sagar the barber. This looks like a very recent picture of the maelstrom. With this in hand... Так, и чё, подожди. По такому снимку вы сможете узнать его в толпе. Так, изучайте людей в трущобах поблизости. Давай, уходим отсюда. В трущобах поблизости. Подождите, давайте посмотрим. У нас есть чел. А где у меня? Так, уровень. Ух ты, уровень 7. Так, задачи. Цели. Так, сюжетные задания. Так. Вольная птица. Вопрос дисциплины. Гладкое бритье. Пламя былой страсти. Убойное платье. Унесенные ветром. Широкие мазки. Ну ладно. Так. Устранить. Изучайте людей в трущобах поблизости. Сколько их изучать-то надо? У меня есть вообще фотография сейчас? Блин. 47-й мужчина очень похож на вихрь. Подойди ближе, чтобы я смогла его опознать. Так. Нет, это не он. А, так ты будешь так делать. Ну-ка. 47. Нашли. Так. That can only be Wazir Kale, the Maelstrom. Identification confirmed. И что ты здесь будешь делать? Гладкое бритье, блин. Подождите, я немножко говорю, я немножко на нервах, потому что первый раз у меня там что-то по заданию, ну, по заданию было там. Смухлевал, отравил человека. Да, негодяй. На пакости там в подвале еще взорвется, не взорвется. Вот. Курить будет, нет. Ну же, давай. Куда пойдешь? Что делать будешь? Подскажи мне. Так чё вы в меня... Девчали, девчали, девчули? Вы чё? Так, 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 так. Давай, чё ты с ней хочешь поговорить? Так. Ты понимаешь, что ты идешь не в ту сторону, которую мне надо? Так. Оголить провода. Тихо, тихо, тихо.
Так, тебя мы спрячем вот сюда. Понятно, он там ходит пока. Так, ой. Новенький, да? Мне не сказали, что я сегодня так. Значит, тебе повезло. А, вот я могу вот так вот. Я же как повар, точно. Так. Что вот ты ищешь, ты мне скажи, чтобы я знал. И о чем говорите? О, ну-ка. Открывается сюжетное задание. Ну что там? Это портной просто невыносим. Я сказал его сотруднику, что мисс Шех передает так. И мне ответили, что портной в отъезде. Что ж ты не зашел внутрь и не спросил? Так ведь не из королевской гвардии. Я не имею права, но подозреваю рано или поздно так отправить к нему кого-то понастойчивее. Но по сути так способны сделать. Если утопить всех остальных портных. Так, убойное платье, вот это мы сейчас сделаем, так, которое достойно королевы. А как мне туда попасть? Ну-ка. Ну конечно, где я тебе ключи-то возьму? Так, заказ для портного. Ой, а вы меня все... Подожди, 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 я просто... Так. Все, я понял теперь, где портного искать, как захреначить туда. Но перед тем, как... Ну иди. Пистолет увидишь сейчас. Seriously, who just leaves their toys lying around like this? Блин. No respect. Там люди смотрят. Пройди чуть-чуть туда. Да оно было отключено, подожди. Блин, я же отключил. Ну ладно. Отключим. Или он успел включить, что ли, там? Давай. Мы тебе сделаем сюрприз. О нет, что нет-то? Давай, пошел вон, уходи, уходи. Так. Да почему? Так, я не понимаю, почему. А я же там написано включить, выключить. Че, я как-то не то сделал, ладно. Я хотя, блин, сейчас включил, опять током ударило.
Ладно, не будем лезть к этой розетке, хрен на тебя. О! Под кого? Вот, смотрите, маскировка нашлась. Ой, ты меня чё? Давай. Ой. Давай сюда, в туалет тебя. Так. Портной. Так, ты нас не видишь, да? Just because we both work for the queen, it doesn't mean we're friends. Чё, скрылся? Убежал. Ладно. Вот покуда я вам говорил, можно было. Можно через канализацию, конечно, через зловонные люки. Хоп. Вот здесь вот какой-то перец. Какой-то шах потешах. Так. И подожди, не смотри на меня. А здесь я нигде не могу. Ладно. Ой, ой, ты живи давай, ты не помирай, это не для тебя было. Так, это тут у нас. А, сюда нельзя. Да-да-да, там сюжетное задание было. Платье, полотно, чего там. Блин. Ладно, сейчас мы завернем сюжет немножко. Тела спрятаны в шкаф, так. А, ну здесь мы напортачили уже. Ладно, идем, идем, идем.
Так, идем на, блин. Уф. Так. Ой, अपने काम से काम रख, समझा? Ну-ка, вот я от тебя могу. Подожди, да это не все. Блин, стоило вот. Сейчас по-другому тогда сделаем. Так, вы можете открыто носить оружие. Надев костюм охранника, вы можете открыто носить оружие. Да, но только не такое. А я не понял, ну нападение, а что, меня кто-то заметил, что ли? Кто нашел тело? Вау, чё? Так, мне надо обратно переодеться в повара. Допустите вы меня. Блин, блински. Где? Да вроде здесь где-то переодевался, подождите. Ладно. Давайте посмотрим, что вот это такое. Господи, я даже не похож ни на кого там. На что он надеялся такой маскировкой? Подожди. Так. Уже лучше. Блин, по рынку шатается. Блин, да как мне тебя поймать-то? Так, куда, блин, мне идти-то? Как вас выманить-то оттуда, старпёров? Так. Вот вроде далеко ходишь-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это куда? Ну-ка. Лезем, смотрим, что у нас здесь. Ой-ой-ой.
А, вот эти, кстати, у нас могут не пропустить. Да ладно, ладно, подожди. Нужны вы мне, как мертвому гармошка. Так. Господи, это вообще я где? А если я не хочу вот здесь вот ходить? Какой-то гид в шапочке. Ты опять ушел куда-то, блин? Я за тобой, ты от меня. Так, вот здесь ты бываешь. Ну ладно, пойдемте ту загасим тогда уж. Где тут? Переодеться мог. О, вот, кстати, переулок, блин, то найти не мог, то вот сразу нашел. Тут в кого? В повара переодеваться вроде нет. Да. Но мне это сейчас не в повара надо. Отойди, ты пошел вон. Нет, сначала надо вот это устранить, потому что что туда-сюда переодеваться-то. Там труба. Еще бы, господи, такое захламление. Где ты? Ты как так спокойно ходишь везде и быстро? Он у меня тут не бежит. А ты оп-оп и ушел. Так. Походу дела, тебя сверху надо будет шлепнуть. Что здесь? Второй этаж. А на втором этаже что у нас? Ни хрена нету. Там одежда, правда, есть. Но я уверен, чтоб в такого же переодеться, как я сейчас. No sign of Basim. His work clothes are still outside. Are you sure he was supposed to replace you now? I'm sure. I've been doing this for 10 hours now. I really need a break. А, вот сюда он может прийти. Boss says to keep things running here. Until Basim or some other replacement shows up, you're working. Oh, man. Так. Блин, там все смотрят. Все, ты с ней поговорил. Ну, пойдем, теперь вот я тебя буду сопровождать. Чтобы знать, где тебе можно напакостить. Ну, ты здесь поговорил с бабой, надо было его сверху где-нибудь шмальнуть. Так, опять же, палевно слишком. В переулок почему-то в этот ты не заглядываешь. У мотоциклов ты не куришь. Так, ты туда поднимаешься или просто так? Зашел, поговорил, ушел? Зашел, поговорил, ушел. Давай, в красных штанах. Блин, эти-то с рациями тоже
Ну-ка, у нас есть там еще что-то неизведанное или... Так, вот эти точки у нас неизведанные, да? Область не открыта. Нам много областей-то и не надо. Да, но запутаться-то здесь реально можно. The kidnapping of Nelius Deval happened shortly after an explosion tore through... Так, это что такое? Манифест вихря номер один. Вихрь распространяет по Мумбаю аудиокассеты, записями в которых раскрывает свое мировоззрение, чтобы скликнуть граждан и завербовать их. На этой кассете вихрь призывает сторонников нарушить традиции и отбросить оковы, мешающие им изменить свое положение в обществе. Есть несколько истин, которые вы должны знать и принять. Кем должны стать? Так про вас думать, что вы не станете роптать. Будете знать свое место. Считать это неизбежностью, кармой, роком, судьбой. Еще чем-нибудь. Не допустите этого. Так, я должен это куда-то подкинуть, что ли? Вставьте. Взбунтуйтесь. Раскройте свои глаза и изгоните на покорность из душ своих. Обнажите тело и разум. Иссекайте их до тех пор, пока не сотрете клеймо, которым вас отметили. Вот что должно сделать. Кстати, он так и ходил до этого. Так, это я куда-то должен подложить, наверное. Так, эй, сэр, минуточку, вы, похоже, знаете толк в одежде. У нас лучшие товары в городе. Так. А как ты все время в людных местах? Как тебя вот выманить, приманить-то? Можно? Блин, ты мне уже долго тут маячишь. Ага, вот. Так, вот, вот здесь вот. Мы подчищали уже с вами. Так, и где-то вот в таком переулке можно мне переодеться-то в мою одежду. Вот здесь вот. Нет, вот здесь вот. Все, спасибо, что посторожил, мужик. Всем пока, всем спасибо. Мне вот куда-то, не знаю, сюда. Где это красное пятно? Да отойдите вы, господи, что вы тут встали? Вот сюда мне. Да, я знаю, знаю. Да блин, ты перелезь, просто перелезь. Ой, что-то есть. Автомат, а тел нету, да, унесли уже. Как прекрасно. Хрен там, не скидывать. Вот этого мне усмирить бы. Так, ладно, давайте посмотрим, смогу я вот сюда зайти.
Нет, не могу. Хорошо. Так. Пройти туда. А, ну хорошо. This, my warriors, is what you must do. Что тут было? Короче, мне тут делать нечего так-то, по идее. Хотя это какая-то привилегированная семья-то тут охраняют их. Ну давай, давай. Я вот тебя одного жду только. Давай. Иди, заходи. Вот он. I don't like this shit. You throw that thing? Так, подожди минутку. Все взял. Давайте на всякий случай вот это вот я ружье выкину. Все. Не все, конечно, меня теперь могут признать. Но вот мне этого и надо. Так. A little advice, new guy. Don't ever talk trash about the queen. Так, вот здесь вот напортачить, насвинячить. Да стой ты. А, вот, подожди. Так. Ну что, иду. Ты у меня последняя осталась. Так, отравить нечего. Поломать нечего. Вот, только могу отвлечь, правда. Давай. Чё, ошиблась? А, вот, смотрите. Подождите, давайте, вот. Нашел место, где можно это, что-то навредить, напакостить. Только надо в присядку, блин. Чтобы этот не видел, козел. Пулю ему в лоб пустить, что ли?
Давай. Нам здесь можно по кустам-то не шариться. Так. Так. Где ты? I don't think I know you. Нет, подожди. Вы все неправильно поняли. Блин, вот и надо, как, блин. Перестрелять мне, что ли, всех? That is Vanya Shah, self-appointed queen of the Mumbai slums. Так, у меня еще и пистолет, а вот этот откуда-то. Да тихо ты. Так, вот эта штука, я, кстати, убивал уже. Так, это что у нас? Давайте посмотрим. Борьба за власть. Убийство. Похоже, между ними идет борьба. Ключ неизвестно от чего. Это если по родным прикинусь. Тихо. Тихо. Сюда тебя. Так, подождите минутку. Мне надо один ценный предмет. Блин, а я тебя не заметил, я тут искал тебя глазами, вроде не было. Надо тебя, значит, чем-то отвлечь. Утюгом в голову, хочешь? Так, отвлечь. Нет, да? Так, а что у нас делает эта труба-то эта? Там вроде куда-то никуда не ведет. Ты что там в садике делаешь?
Да ладно, ладно. Подожди. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, подожди. Да никого нету. Здравствуй, человече, подожди. Вот и все. Ты куришь? Ты же что, не знаешь, что курение вредно для здоровья? Блин, я вот здесь вот тогда пробегал. Оббегал все. Под напряжением. Так, подождите-ка. Все. Пока поезд ехал. Надо работать, а не на поезда смотреть. Так. Так, сюжетных линий у нас. Да все спокойно, подожди. Вот, пошел. Я что, разве против? Так, это она получается. Бани, да, какие-то были? Подождите. Бассейн с подогревом. Обожает медитацию. Она установила ванное депо, так персональный бассейн с подогревом, подключенный к газовому бойлеру. Говорят, у таких бойлеров бывают серьезные проблемы с сорами и пневмо... Ну все, ей только помыться осталось. Да? Так, для начала давайте здесь вот. Нам надо оружие. Так. Пойдем. Теперь идем сюда. Кто нашел? Подожди. Так, подождите минутку. Это же она, да? Не попал? Нифига, подождите, подождите, нифига не так. Блин. Куда вот она прятаться побежит?
Блин, блински. This business with Rangan is annoying me to no end, Rima. If he was less of a fool, I might be able to handle it better, but his ego is greedy. Nothing here. I'm gonna keep looking. Okay. Чё, ни разу не попал? Hello? I need help here. Confirmed kill on Vanya's shop. Excellent work, 47. Mission completed. Time to find an exit. Fuck me. Всё вроде. Так, найдите выход. Давайте посмотрим, где у нас выходы. Тут как-то вот поезд проезжает, и можно зацепиться за него, что ли? Подождите, вот недалеко. Идем к ближайшему выходу. Кстати, вот здесь вот люди должны быть, нет? А куда они делись? А, вон они. Ладно, живите. Не буду вам пакостить. Strange. Поехали. Поехали. Все. Да, поехали. Там вроде поезд, когда проходил, тоже можно было зацепиться, если вместе с поездом уехать. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и старайтесь проходить своим путем. Своим путем в каждый, как сказать, так, пришествие. О, какой красиво. Брашов, Румыния. Влад Цепеш. Судя по документам, до 1962 года это была исправительная колония для несовершеннолетних. Но потом тут объявились странные советские учреждения. Институт совершенствования человека. Место явно заброшенное. Все эвакуировали после пожара в 89-м, но пару недель назад здание за криптовалюту купил неизвестный инвестор. Это наверняка Лукас Грей. Он здесь. Осторожней, 47-й. Он оставил для вас слишком отчетливый след. Похоже, это ловушка. Нет, не ловушка. Это приглашение. Ну все, заходим как к себе домой. Кстати, в каком-то Хитмане, вот, если вот он играет на рояле, он играет Аве Марию. Ну так, красиво, так, конечно, игра. Так я не помню, в каком там... В определенном месте. Ты вернулся домой. Я ждал тебя. Люк, я твой отец. Ты пришел через многое, 47-й. И даже сейчас ты не помнишь. Ну, не помню. Это место. Оно было нашей тюрьмой. Здесь отец обучал нас делать из нас убийц для Providence. Ты ничего не помнишь? Они стерли тебе из воспоминаний. Но я не забыл. Я помню все. Ну да. Бывает такое. Кто-то забывает все, отрекаясь от всего, кто-то помнит абсолютно все. Ты террорист, загнанный в угол и готов сказать что угодно. Ты уверен? Но на воспоминания все равно какие-то у тебя есть. Не можешь ты прям все забыть. Я знаю, это трудно. Ты всегда настигаешь свою цель без лишних вопросов, но мы с тобой заключили уговор. Если сделаешь это, нам обоим конец. Ты был несчастный случай. Там был несчастный случай. Тот мальчик погиб. Он выжил. Благодаря тебе. Неужели ты забыл его имя? Ты его знаешь. Оно там, глубоко в памяти. Как его звали? Пациент номер 6. Тебя звали пациент номер 6. И какова была наша цель? Всех их уничтожить. Кого их? Создателей, что ли?
Так. Ну все, пока. Будем готовиться к следующим путешествиям нашего Хитмана.